Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. С вами снова Верни Геймиты. Сегодня я не сам, сегодня со мной Керон. Поздоровайся. Всем привет! Ссылочка будет в описании. И сегодня, как мне вы уже, возможно, догадались, мы будем проходить довольно известную хоррор-карту в Майнкрафте Poison. Поэтому сегодня мы будем орать, как ненормальные, бить стол, тупить, и что мы только делать сегодня не будем. Ну, а мы будем переходить к старту. Так, давай сначала, постой, тут в бочке что-то есть. Easter eggs and... А, ну это типа пасхалки. Enemies cannot pass IT. Враги не могут пройти через вот такие вот дыры. Мы можем, а враги не могут. Я все-таки лучше почитаю. А, боты! Пасхалки. Нужно найти немного пасхалок. Да, телевизор! Что-что? Телевизор, сейчас я запущу, напишу. О, туалет Шрека. Можно зайти, используя Shift. Прикол. А не обязательно, можно просто Shift нажать и... Так, выпусти меня! Смотри, я просто Shift нажимаю. Так, сундук, короче, смотри, изи, давай нормально будем ставить, только сначала ничего не нажимаем. Что так, это? Так, ладно. Фейк-маска. В сундуке в них может быть что-то быть, и они... Фейк-маска. Потетомен. Потетомен. У меня есть фейк-маска. Чтобы что-то открыть, вам нужен ключ. Это, короче, типа... Люша! Ладно. Некоторые машины должны быть активированы в адвенчуре. Ай. В приключениях это что такое, я не знаю. Ладно. Это телевизор, это security камеры. Вы сможете. Они только активируются, как вы встаете на красный ковер. Понятно. А это я не знаю, что такое. А, давай нормальный. Только вы будете получать компас и карту на вот этом. Так, а это создатели, я так понимаю, все. Так, это что такое? Давайте почитаем. Poison Horror Map. Плюс 30 минут будет длиться эта карта. А, нормально. А, ну, короче, тут вот... Я запускаю запись еще трёх. Нет, не начинай, подожди. Я пока что возьму тут фейс-маски. Фейк. Mind Guide, но это нам все не надо, а вот рекомендует. Ребят, короче, мы прошли туториал, короче, ну, мы... он пошел. Правила мы тоже все прочитали. Да. Да, наверное. Так что выбираем Easy мод и погнали. Почему Easy? Потому что Easy. Ладно, давай Easy. Поэтому мы погнали. А, ребят, мы можем через эти дыры... Нажимаем. Are you ready? Are you ready? No. Нужно еще раз нажать, чтобы начать... Что заорало? Заорала, я ничего не слышал. У меня ничего не орало. Я, наверное, звук вам погромче сделаю, чтобы вы слышали все, что происходит у нас в игре. Poison. Оу, легендарная карта. Ё-моё. Так, черный экран. Мне уже страшно. Я не хочу играть. Я не хочу, мне страшно. Ладно. Слышишь эти звуки? Я слышу куриц. Эти звуки это... Зима. У тебя есть фейс-маск? У тебя маска для лица есть? А как ее одеть? Да. А. Короче, у нас сегодня коронавирус, поэтому одеваем маски. Да, ребят, на мне маска очень круто носится, но... Без масок вход запрещен. Да, да, да. А что это такое? У тебя тоже есть Potato Man Plush. Ой-ой-ой, подожди, надо погоду потише сделать. Да, 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 да. Погода, все, да, погода потише. Но это не погода, это просто звуки. Я буду громче говорить, и ты громче говори. Маленькие вещи приносят неудобства в маленьких деревнях. Это причина, почему люди придумывают истории. Блин, я ничего не понимаю, что написано тут. Ну, короче, если вам нужно будет, давайте вот вы переведете, прочитайте. Может, в комментах мне напишите. Да, погнали. Нам? Куда? Давай разделяться. Ладно, ты боишься разделяться, честно? Нет, вообще нет. Ладно, погнали. Хата на тата. Стой, здесь кто-то потерялся. Кожаная броня, вот эта вся вещи, короче. Еда. Чуть-чуть. Ладно, мне. На еду. Смотри. На еду. Смотри. Вау. Смотри, тут это, Наташа потерялась. Наташа потерялась! Пошли Наташу искать. Я знаю, что тут, по-моему, скример, но это не точно. Что-что? Тут, что по-моему, скример. Что у меня с экранами? Тут, по-моему, скример, если я не ошибаюсь. Почему ты так думаешь?
А потому что я смотрел трейлер. Слушай, звуки-то какие! Мне... Да, ты сундук не залутал, Да как и бы я я... ж А! вас ненавижу. Эмеральд ботинки? Я нашел эмеральд ботинки. Нет, я все-таки потише сделаю. А у меня кожаная куртка. Смотри, что тут произошло. Прямо при мне. Что прям при тебе? А, я это... Куда нам идти? Я этого не видел, жалко. Так, куда нам нужно идти? А, наверное, не знаю. Да, обратно, наверное. Ай, хз. Блин, типа туда можно попытаться запрыгнуть, вон туда. О, можешь меня подтолкнуть? Может, А тут там. нельзя биться. А. Да не надо, давай пошли обратно. Не, Ладно, либо сюда, пошли. давай. Пошли. Думаешь, нам по лесу идти? Нет, тут, короче, какого-то челика раздавило немножечко. Так, раздатчик Ладно, иди сюда. какой-то. Ладно, не, на, не, все-таки не сюда. Так, все, Я буду прям ищем. все записывать. Да, Ну, ищем почти. пароходы. А, сюда, может, нет, сюда тоже нельзя. Я назад иду. Что-то я уже запутался. А я назад иду. А, там же две дорожки было. Иди назад. Идти назад. А. Точно! Мы пошли. А, нет, нет. Тупик. А может, где-то за домом что-то есть? Проход какой-то. Нет, ничего нету. Ё-моё. Ну, 30 минут с нашим интеллектом превращаться в 2 часа. Главное, я тоже поставлю на паузу. Так. Эта игра не для нашего ума. Я нашел проход. Я нашел проход. Куда? Иди, иди, Мы иди, иди. Ты очень где? слепые. Беги к дому. Какому? Ой, ё-моё. Молния ударяет. В Там, где котором Наташа кожанка. пропала? Да, там, где Наташа пропала. Вот проход. А, и так мы... Еба! Смотри, кто там. Сейчас. Тяптифайн, смотри, кто выглядывает. Я пошел. Иди Я... сюда! Ладно, я боюсь. Чувак? А, он закопан. Он живой, типа. А, ай. Ой, я Паркур, затоптал. смотри, паркур. Что Я тут у нас? грядочку немного затоптал, ну ладно. Так, очень страшные тут звуки, Ты в где? кавычках. Я бегу, лутаю дома. Там ничего нет, я смотрел. Да? Там прям ничего нету, да? Еба! Боже! А что там было? Да я тебя ненавижу, чувак! Что там было? Ё-моё. Я туда не буду идти. Все, я сяду в этот кустик и буду тут Тебе сидеть. уже страшно? Ладно, давай я буду первым ходить. Подожди, я только в одном доме, я видел там типа прохода или что-то такое. Пошли. Вот Там же в сюда. подвал Сюда надо, да? запрыгнуть можно. Вот так вот. И здесь только... Только тут ничего нету. Может, там что-то есть, я посмотрю. Не, я там ничего не вижу страшного, такого крипового. Там ничего нет, значит. Так, а сюда не запрыгнуть. Ну, Пошли, у пошли нас там, да. еще куча домов. Пошли и пойдем к этому жителю, который свисает тут. Это мертвый житель, да? Да. Ла-ла-ла! Так, тут кого-то казнили, я так понимаю. О, гнилая плоть, вау. Кости тоже, вау. Я не знаю, я на всякий случай буду забирать. У меня есть чуть-чуть еды, у меня есть борщ. Ем! Наверх не смотри. Не с... А. Круто, да? О, туалет Прикольно. Шрека. Как зайти в туалет Шрека? Я не могу зайти в туалет Шрека. Помощи шифта. Ладно, так, давай дальше. Так, домик. Так, тут кто? Класс! Тут в колодце люди купаются. Да? Угу. Ну, хорошо, хорошо им там, наверное. Хорошо купаться, да. И Я нашел прохладная какой-то под... О, все. водичка Я проход, походу, прохладненькая. нашел. Подожди, ну ё-моё, ты сейчас опять обосрешься со скримера, ё-моё. Я стою просто на месте, все. Да, я сейчас прибегу. О, Давай пещера быстрей. какая-то. А, Давай сначала направо, потом налево. давай. Давай я первый зайду. Я хочу скример. А, тут ничего Я нет. хочу скример поймать. Я хочу скример поймать. Я запишу. Я на камеру запишу. Да ё-моё. Ой, туалет Шрека! Туалет Шрека. А, значит, нам нужно будет прятаться от кого-то. Знаешь, о, сундучок, пшеница, Кнопка. о, Я кнопку знаешь, тут взял. какой-то, Я кнопку взял. кей, ключ, ключ, Ну, у меня на, тоже ключ. ключ. А, у нас два ключа. А, какого цвета кнопка? У меня желтенькая. У меня этот из акация. Из акации. А ты текстурпак активировал? Ты Нет, текст. наверное. Заходи в настройки, наборы ресурсов, и нужно, чтобы он у тебя был в выбранных. Подожди, набор ресурсов сейчас найду, подожди. Да, О, и боже, а вот выбранных. набор ресурсов и...
А, все, вот я активировал. А, то Сейчас, есть он у подожди. тебя был не А активирован? то как-то не страшно, слушай. Ну просто скример, я думал, что так. Сейчас, подожди, загрузится. Так, я что-то Майнкрафт, ага. нашел. Я что-то нашел. Стой, подожди, подожди, у меня еще грузит. Так, ох. Я нашел болото Шрека! Где? Я тоже хочу. Болото Шрека, вау! Реально А дом ты Шрека. где? Туалет, somebody его! Я в жопе. Же этот меч и какая-то пшеничная какашка. Пшеничная какашка? Да, у меня есть, смотри, что. А что за пшеничная какашка? Йо, я активирую текстуру. О, стоп. Реально это сам бодибор. Somebody... А, пошли я тебе туалет Шрека А, стоп, покажу. ключ! Туалет Вот! Шрека пошли покажу. Давай! Пошли. Somebody... Ладно. Надо погромче буду За мной, говорить, за короче, и мной. тебе, и мне. Да-да-да, Потому что потому я... что тут молнии, пипец. Финиш! Это туалет Мы Шрека. прошли! Ура, А, мы реально прошли что? карту! Туалет Шрека. Это хорошая концовка. Наверное. Все, Короче, пошли. сейчас, что мне не надо, я повыкидываю. Ливаем, ливаем. У меня свекольный суп один, одна штучка. Так. Я открыл ворота. Уема анимации. Подожди. Ты Все. видишь там жителя? Он пиляет что-то. Нет, не вижу. Ну все. Нам Я не ГГ. хочу играть. Don't make Чувак. any noises на шифте, иди. На шифте! Сказали же, don't make any noises. Не делайте никаких звуков. Ладно, тихо. Тихо. Подожди, нам День-день. нельзя дверь открывать. Нам нельзя. Я, давай. Ладно. Ну ты хлопаешь, что ли, или Ха-ха-ха. А-ха-ха. что? Затроллировала. Все? Ну все. Вот Ран, что ты сделал? Ран, ран, текай, бежим! ран. Куда? Куда? Я застрял. В туалет Шрека! Быстрей! К Шреку! Я просто убегаю. Я про все, мне конец. Где туалет Шрека? Вот, ты попался. Посмотри вниз. Привет. Нет, иди нафиг. Я запрячусь лучше за деревом. А, мне все, Ема, это короче, что я такое? наливаю. Не ливай! Ема. Ты тоже это видишь? Скримак. Как страшно. Я что, дух? Я что, умер? Ну что, сейчас заново будем начинать? Ты тоже смотришь в космос? Да, и землю и вижу немного. Я тоже. Что делать? Я поставлю на паузу. Я тоже. В какой-то темноте? Ребят, мы, короче, что-то сломали все. Тихо. Грузилась, и опять экран черным стал. Е, что ж такое? У Ну, тебя можно экран выиграть. черным встает? У меня есть заточка. Заточка. Ай! Ладно. Шикарная заточка, молодец. О, сундук, нельзя шуметь. Надо пошуметь. Надо пошуметь. Дейри. Стейки. О, я тебе один стейк дам. Дай На. мне топор. Стейк. Дай мне топор. На, топор. Вы можете это почитать. Нам это просто не очень интересно. Это вот эти типа подсказки. Я тебе смотри, Дай сколько всего мне там дал. топор, мне нужен В топор. сундук зайди. Топор, ага, спасибо. Я почему-то стейк не могу съесть, он бесконечно кушается. О, Реально? все, скушался. Так, тут двери, но они не открываются, потому что это просто блоки перекрашены. Иди сюда. Я что-то открыл. Что? Ема. А что мы тут делаем? Рычаг. А, ты что натворил? Что надел? Я, короче, какой-то механизм активировал. Не знаю какой. Нужно пойти О, посмотреть, еда. что он делает. Емазумки. Не, ну, карта пока Вот что это тут прикольная. зелье, короче, Ну, не есть. страшное. А, регенерация, сопротивление, Лук и одна голод. стрела. Что будет, если я его выпью? Тебе конец. Мне конец. Там. Исцеление. А, ладно. Стрелы. Исцеление, медлительность, ема. Зря я из рая это выпил. Исцеление третьего уровня. Вот это я заберу. У меня голод. Данжен. А, все, голод закончился. Я слышал свинью.
Я спрячусь. Семья? Ты в туалет Шрека? Ой, я его вижу. Серьезно? Да, иди посмотри. Он пропал. Он пропал. Ладно. Согласись, немного страшно. Да пока, я тут буду сидеть. Согласись, немного страшно, да? Ой, камера, я вижу камеру. Я на второй этаж, на второй этаж. У меня есть лук и стрела какая-то. У меня... А лук, можешь, да, можешь мне скинуть лук? Привет. Можно и мне в туалет, Шрек? Что за лук и стрела? Скидывай. Или а на... у меня есть все, все, я буду лучником. Давай, ладно. Я выйду, хочу бочки залутать. Тут а еда, думал, тут по-моему. Еда. Сырая говядина. Киборг-убийца. Здорово, чел. Добренький. Какой чел? Ты где чела видишь? Ты где? Я ушел. Ема! Тут голем. Тут голем в заперти. Голема убить. Я камеры вижу, а как оттуда выйти? А. Слышь, иди сюда, тут камеры. О, тут иди жителя сюда. В клетке заперли. Ты иди же сюда, тут камеры. Тут нормального жителя. Выкинул меч. Тут за изумруды у жителя можно купить. Сколько у тебя изумрудов? Ноль. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Понятно. Иди сюда. Смотри, а, тут подожди, камера. Подожди. Тут я хочу просто у жителя купить это. А кожа есть у тебя? Нет, а в сундуках посмотри. Кожа одна. Точно. О, нет. Боже, мне по вайберу звонят. Ема, можешь отложить звонок? У нас тут важное дело. А я не буду отвечать, ты что? Или кто-то это важный. Это мой друг. Я ниже спустился. Я сейчас себе штаны куплю. По приколу. У меня эмеральд бутсы есть. Вот тут житель. У него можно купить за 3 изумруда штаны. Сейчас куплю. Ну-ка, подожди, мне пишут, мне надо срочно ответить. Срочно прям? Ладно, да. Отвечай. Ну да, тут у жителей можно что-то покупать. Типа. А и тут жители тоже. Не зовёт он. Слышь, давай поставь видео на паузу, а, на паузу хорошо. Поставь. Так, друзья, у нас вот тут есть вот такая security room. Камеры. Туалет Шрека тоже есть. Теперь первая камера. Что? Камера 2. Ага, вау. Камера 1. Тут тоже никого нету. Мы пока что будем по камерам смотреть. В третьей камере я никого не вижу. Давайте четвертую посмотрим. А четвертая, в четвертой тоже никого нету. Пятая. В пятой вроде тоже никого. И шестая. Горище. Нет, по камерам я никого не вижу. По камерам чисто. Продолжим, как придет Керан. Вернулся? Керан вернулся. Все, продолжаем. Сейчас. Я топором жителя убил. Я шпиц захотел. О, житель, здорово. Ема! Он бежит. Я жителя ударил случайно, и он бежит этот, кажется. Что такое? Пусти меня! Все, теперь я буду сидеть. Ладно. А что, какие у тебя мечи есть, скажи? У меня деревянный... Ой, ой, иди сюда. Да. Деревянный и золотой. А. Ладно, нам закрой. Нужно идти дальше. Все, идем дальше. Да. А то мы так труситься еще долго будем. Тут какой-то, смотри, голем есть. Боже! Красивый. Испугал меня. Жить. Смотри, тут есть выше, есть ниже. А куда пойдем? Я наверху. Ниже. Он наверху. Он наверху! Он наверху! Беги! Вниз, беги! Я не вниз, я тут. Изумруды! В туалет Шрека побежал. Щит! Щит. Пластинка. Фух, вот все это страшно. Прям Ема, опять экран черным стал. Тебя что, убили? Нет. Так, я сейчас спрячусь, у меня, короче, есть изумруды. Ага, тут еще ниже можно спуститься. И пластинка есть какая-то. А я у тебя уже в подвале. Тут... Ух, пошли же у жителей надо что-то купить. Лук, возьми лук. Стрелы я вижу, есть свекольный суп я заберу. Бери, стрелы, все бери, еще... из еды все бери, абсолютно. Да, и кожу еще нужно. Смотри, что у меня есть. Смотри, что у меня есть. Щит. Блин, у меня топор. Ну, топор это неплохое оружие. Красный рычаг. Living room was opened. Какая-то living О, room... О, смотри, иди сюда. Тут если найдешь проигрыватель, подожди. Говори. Я нашел это. Я сейчас хлеб, короче, себе скрафчу. Я хлеб себе скрафтил. Одну штуку. Но мы можем спуститься еще ниже. Но я хочу в него попробовать стрельнуть с лука в этого монстра. Типа.
Давай еще ниже. Нет, 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 я хочу внизу слуг оставить. Я ниже, капкан. Капкан? Я уже внизу. О, мне... Слышь, тут щит поломанный. Подожди, тебе не, надо... я реально хочу, короче, пойти на риск и попытаться в этого убийцу стрельнуть с лука. Я стрельнул с лука, он орёт громко очень. Не слышал вообще ничего. Ой-ой-ой-ой-ой. Это я что-то открыл. А, я да? В канаве в какой-то. Как тут все много всего. Страшно немного. Ема. Я испугался только что грома. Так. Я сейчас все могу на зелитовые вещи сделать. Меч, я меч заберу, пожалуй. Курятина. Курятина, золотые кусочки. О, я тебя вижу. Так, еще одна кожа. Я кожу забираю, потому что с помощью нее можно жителями торговаться. Смотри, это тебе подарок. На. Сейчас. Где? Что за так, подарок? Это мне не надо. Это мне бы надо. Броню желательно. Хотя я... Я тебя мусором выкинул только что, Лёй. Я уже скинул. Понятно. Нормальный там. Молодец. А, еще один лук. А, кожа, броня, щит. Щит. Все, у меня появился щит. Пошли выше. А, выше. А... Слышь, это крипово выглядит. Смотри прикол. Так, мы продолжаем запись. Смотри на меня. Назарит! Ты издеваешься? Да! У меня... Я сломал картину, а за ней сундук. Так, бойлер. Энгайрум. Здесь мной, есть энгайрум. Энгайрум. Иди за мной. Подожди, тут, мне, какой, тут какой-то коридор. Страшно. Можешь ко мне пойти, пожалуйста? А, ну давай сначала этот канал, я у нее спускался уже. Не см... там... Да, там страшно. Там ничего нет. Я попал, короче, в этого монстра один раз. И вот, и все. Иди за мной. Подожди, тут выход вверх. А может, пойдешь со мной? Тут какие-то три рычага. Я все активирую. Я все активирую. 4. Все, пошли за мной, пошли за мной. Энгайн рум. Я энгайн рум открыл. Ой, как иди. Ты думаешь, это законно, что я в монстра попал? Я его, кажется, чуть не убил. Так у меня тоже есть лук, я могу рискнуть, но не хочу. Пошли за мной. Да. Иди за мной, иди уже, давай. Пошли, пошли. Картины будем ломать только. Давай наверх. Сюда, наверх. Зачем наверх? Как? Потому что это, по-моему, другая комната. Как тут много всего, ё-моё. Аня, мы тут были. Мы тут были, ладно. А, да, мы тут были. Не, я пошел внизу дальше лутаться. Я еще выше иду, поскольку тут был еще выше, ё-моё. Слышь, тут склад, тут склад, тут склад. Ой, я тоже склад нашел, типа. Тут много всего. У меня фейерверки, стрелы и всякое такое тут. Ой, эмеральд честплейт, у меня эмеральд. Вот это у меня зелье исцеления, зачем? Зачем? Так, как ты прикинь, тут еще торт. Вот пошел бы ты со мной выше. Нет, я... Просто посмотри... А стоп, это уже нет. Внизу тут много всего, я тебе так скажу. В лаборатории было дофигища вещей. У меня... Шо, у меня тут тоже, ты посмотри. Арбалет, ключ, так, тут, и еще колокол, какая-то. Я хотел на него понажимать, но не получилось, жалко. Я хотел тоже на него понажимать, когда там был. Мы бы, конечно, умерли от этого, но... Так, я иду тогда в Каунтри-Ярд. Я иду в Каунтри-Ярд. Знаешь, что у меня тут столько лута, ты просто на видосе посмотришь, ты вообще будешь в шоке. Да, что там у тебя? Ты пожалеешь, у тебя там незрит весь? У тебя незрит? Нет, нет, нет. У меня куча зелий исцеления. Я сейчас на улицу вышел, мне тут одному так страшно ходить. Зайди обратно и иди на самый верх. Нет. Я тебе исцеление нет, дам. Нет, я не трус, я не трус. Что? А чё у меня всё красным светится? У меня тоже. О, нет. О, боже, ты меня испугал! Это кто? Это кто? Он тут, он тут! Он за мной бежит! А за мной гонятся два каких-то придурка. А за мной этот челик бежит. Ай-яй-яй! Пипец. Что он за мной не бежит? За мной бежит два терминатора каких-то огромных. Я в них пытаюсь с лука стрелять, а нафига я сюда полез? Я по нему попал. Исцеление ты! Быстрый! Так, что здесь еще? Нужно быстро залутать, пока я исцелил. Ай-яй-яй, фух, я живой, Ай-яй-яй-яй! Посреди, я умер. Но я возродился. Но в подвале опять. Фух. Я тут, короче, на улице нашел куча сундуков, там было их дофига, но тут мутант. У меня куча зелий исцеления, чтобы ты понимал. Дай мне, а то... Я, короче, на самом нижнем этаже. Mm-hmm. Так, нужно... Я в канале. Ай-яй-яй.
Как они меня дамажат, ё-моё. Она... Короче, нужно убить кое-кого. Ну, я иду к тебе. Кое-кого, это вот этого челика? Нет. Нет, слушай, я думаю, прям он очень страшный будет, но... Не очень страшный. Лена, это уже больше квест, а не хоррор. Ну да. Но все равно, скажи, о, прикольно, о, да? Интересно. Это. Опять он! Он за мной опять! Давай, где он? Спускайся в самый низ, я его слышу. Я его вижу! Я не попал. Да за что? Туалет Шрека. На! Ай-яй! Он неубиваемый, я понял. Он неубиваемый. Что нам делать надо? Нам теперь бежать полчаса. Нет, там нам нужно в дворик. И там будут чуваки, которых нужно убить, как я понимаю. Так. Я хочу попытаться убить все-таки этого чмордяя. Его нереально убить, но может быть надамажить, чтобы он к тебе еще быстрее побежал и убил тебя. Ну да. Сейчас, где он? Вот он, я его в темноте стою. Пошел вон! Ха! Щит меня спасает, вот! А где он? Не спасает щит, да? Не спасает вообще, бесполезный. Бесполезный. Я понял. Не, я, короче, сейчас зелье исцеления тоже бесполезное. Чё? Зелье исцеления полезное, оно хиляет. Мне нужно, короче, на улице попытаться кое-куда пробраться. О, яблочко. Как на улицу пройти, алё? Поищи, там проход будет. В самом низу или где? А, да, в самом низу. Country Yard. Блин. Это переводится вроде как дворик, но... Ой, тут проигрыватель. Тут проигрыватель есть. Блин, я пластинку выкинул. Зачем? Я за пластинкой иду. Я нашел пластинку. Я нашел какую-то. Я трезубец нашел. А у меня есть пластинка. Трезубец 9 урона. Фух. Боже, какой громкий этот. Огром. Да. Ты нашел пластинку? Слышь, я хочу вниз спуститься, я к тебе иду. Это же проигрыватель, я надеюсь. А тут только мутанты будут немножечко. Черт, это не пластинка. Это не пластинка. А у меня есть пластинка. Это не проигрыватель, я за. Ты повстречался с теми большими чуваками, да? Нет. Хуже. Емани. Да хватит, чел. Так, да. Ай-яй-яй, меня толкают по стенам. Я просто не понимаю, что нам надо делать. Это уже я, короче, что-то открыл. Это хоррор. Сам-то не хоррор. Это вообще на хоррор даже не похоже, если честно. Тут чисто квест. Бегать тебя, челик, убивать и все. Ну, блин, все равно интересно. Я думаю, это будет интересно смотреть. Не, я думал, будет пострашнее. О, нашел. А, тут бедроком застроено. О, привет. Привет. Короче, смотри, я тебе сейчас скину пластинку. На, держи пластинку. Вот это держи. Вот это. Смотри, подожди. У меня места мало, мне не надо. Мне не надо. Ладно, у меня тоже его мало. Так, что нам нужно делать? Я вроде нажал на какой-то... Я понял, куда нам нужно идти. По факту. Ой, я тебе здесь за мной. Давай или не надо? Да, давай. За мной. У меня медведь. Да ты Red Wine дал. А, пошли за мной. Нам сюда. Пошли. Ёсип драный. А, я испугался. А, я сдохну. Нет, я зелье исцеления выпил, все нормально. Я выжил. На, по лицу. Там был амбар, в амбаре я все залутал. Нам нужно идти на горище. Все, я туда не подхожу. Мы на горище не ходили, ё-моё. А я ходил на горище самое, там лута была куча. А, да. Так, нам нужно где-то найти проигрыватель. Давай искать проигрыватель. Я очки отлучил. А, да, вот это горище, да, твое. Так ты где? Золотое видишь, яблоко? Там... Говоришь, лутался? А, я один, значит, не залутал. Так, золотое яблоко я возьму. Может, попытаюсь слушай, сразиться с этим. Раздражает. Ну, у меня какой-то ключ есть и свинки, Пеппы. Ключ о, есть? Смотри, я открыл. Что открыл? Я понял, что мне надо делать. Седло. Что за собака? Вот я... Как? А, я тоже хочу на нее сесть. А где еще свинки? Подожди. Ты точно? Ты изумруды не залутал. Ты жареную еду не брал. Что ты?
А я там половину, наверное, не золотал. Ладно. А слышь, а ты можешь побыстрее, если я? Кости. Смотри, что, смотри, как я могу. Вау. Ладно, давайте посмотрим. Нет, тут нету ничего. Знаю, он Эркин орал. Орал. Тут ослик есть. У ослика сундуки. Как сундуки открыть? Как у ослика открыть? Слушай, а что будет, если освободить этого гориллу? Какого гориллу? А как его освободить? Я его хочу освободить. Его нельзя вроде освободить. А там сундуки есть, там нет ничего, блин. Ага, значит, этот рычаг ты не активировал. Что? У нас да? что-то да? активировалось. Давай бойлер рум. Нам нужно в бойлер рум. Что нам надо делать? Нам нужно идти в бойлер рум. Где это? Это пониже чуть-чуть. Да где-то здесь, если. Нет, ниже. Это ниже. Ниже спускайся. Ё-моё, я думала, это житель, потому что у тебя ноги как у жителя. Реально? О, реально, кстати. Именно. Где-то должна быть бойлер-рум. Вот. Только не помню. Вот бойлер-рум. Это ж бойлер. Да. Нажимай на кнопку теперь. А я нажимал уже. Слышишь? Engine room. Слышишь? А что? Ну все, я сюда. Погнали. Подожди. А где это мы? Не интересно. Опять черный экран. Черт. Черт. О, курятина. У меня просто с инвентарем дичь. Подожди, мне нужно. Канава. Я в канаву. Иди сюда. Не нужна. Вот иди сюда, пошли тут канава. Подожди. Ну все, я типа отлистил. Давай. Ема. Где я? Где? Ты что нажал? Ладинг. Я в канал спустился. Канал загрузка идет, короче. Мы же даже не все залутали. За... А какая разница? Мы только не по канализации. Давайте почитаем Дейри. Нам нырять. I have drawn a map of the most я нарисовал. Бочки карту. Ничего там не лаяли, да? Я нырнул. О, найс! Нам придется плавать, Лёша. А, я видел у Неркина и на трейлере этот момент. Вот. Ты знаешь, круто. Куда плыть? Круто. Я нет. Куда-то. Боже, ну, тут есть бочки. Буду бочки лутать. А эта бочка не открывается вообще. Я не буду ничего лутать, я буду искать. Да. Я буду лутать, а ты ищи. Но я бы по факту у нас мог... воздух заканчивается. Но я бы по факту смог съесть золотое яблоко и спокойно себе плавать. Я вздыхаю. Дольше. Я нашел выход с первого раза, прикинь. Что? Valve A opened. Valve A opened. Это какая-то ворота A открыты. Короче... Слушай, это мне напоминает SCP Secret Laboratory. Короче, gate B, gate A. Я понимаю. Понятно. Так. Настя, под водой сейчас бы покушать? Под водой покушать? Я так каждый день делаю. Кушаю под водой. Так. Чё ты не спускаешься? Чокнутый персонаж. Потому что я воду пью. Бесконечный источник воды, ты шо? Привет. Ты, короче, воду пил, да? О, Эмеральд Леггинс. Я супер бронированный. У меня... Повезло. У меня типа алмазной брони. Подожди, что это за красный блок? Что он делает? Что делает этот... А, я задыхаюсь. Я нашел какую-то канаву снова. А, мы походу отсюда пришли, да? Ага. Да. Куда нам нужно плыть? Я предполагаю, что сюда. А я там был. Зато под водой нету скримеров. Угу, конечно. Я бы сделал... Сейчас скример такой, да, типа... Ах, что ты там говорил? Ага, я вижу тут рычаг, который ты... Я видел, да, активирован. Да, окей. Жареная баранина. У тебя есть жареная баранина? Чуть-чуть. А туда ты проходил или там прохода нету? А там я только что попробовал просто. Не знаю, может быть, есть. Сюда я не пролажу. Я попробую поискать... Тут проход! Где? А, я что-то открыл. Все-таки там есть проход, да?
Что это за Что, тут по мне запись грибочек? шла, Это надеюсь? поминание Фух, у меня же грибочка? шла запись. Да что Я ж что-то такое? открыл. Что-то открыл, молодец. Нам теперь нужно это искать. Что-то. Это что-то. Так. Жалко, что нету черепашьего панциря. Сейчас бы плавали. Бесконечно. Сейчас надо как в обдышаться. Сабнафтике. Ай. У меня три зубица. У тебя какой самый сильный меч? Там у меня железный меч есть. Понятно. Ищем. Все, ищем. Что, что? Вот открылась дверь. Вот дверь открылась. Она раньше не была Ага. открытой. А... Это пасхалка. Я ливаю. Я ливаю. Ладно. Это была пасхалка. Да. Мы типа все делали ради пасхалочки. Ла. А, меня рыба ужалила. Рыба ужалила, да. Это только что прозвучало у Бога, да? Так, что за рыбы? Я их сейчас на вилку насажу. Ты умрёшь. Да я их сейчас на вилку хочу. А. Вилкой? Вилка, да? Вилка. Внутри зубец. Ты чё что-то закрыто? Надо секретные эти... А ну-ка, люки какие-то, подожди. Ты тут плавал? Где? Там, где люки. Лабиринт! О, нет. Подводный лабиринт, да? Я еще и умираю. Дайте мне воздух. Я нашел вентилятор. Тут подышать можно. Только ты тут сдохнешь. Тут можно подышать, но ты тут сдохнешь. Вау, да? Ну да. А нет, все, я выжил. Все-таки там можно подышать, но ты там не сдохнешь. Тут несколько дверей еще закрыто. Так, я, короче, в этом лабиринте плаваю. Ага. Выход! Это выход! Я выход нашел. Тут рычаг. А я вздыхаю. В рычаг. Фух, надо подышать. Фух, я открыл ворота Б. Ворота Б, ворота А, ворота Г. Ворота Г, да. Круто. Так, слушай. Ты где? Вообще. Я сейчас буду топиться или нет, не буду или нет. Опять на... А, я понял, тут что-то должно было открыться. Тут еще две двери, по-моему. Да, я что-то открыл раз, и ворота... По-моему, вот... Не знаю, какая из них открылась. Нет, никакая не открылась будто бы. В смысле? О, я могу водички попить. Пей. О, я нашел выход из... Фух, из лабиринта. Короче, что-то я открыл. Я понял. Я сейчас угорну, если это я открыл ворота какие-то в лабиринте. А так, походу, есть. Потому что все закрыто. Что, реально? Да ну не, ну только, ну нет. А, нет, я отсюда пришел. Тут нет, ну я отсюда пришел. Фух, дышу. Я тоже. Так, ух, ребят, ладно, мы поставим на паузу и продолжим, когда найдем что-то. Вот сюда, я же тебе говорю. Люди, тут кнопка пропала. Спускаемся. Тут рыба только, зараза, вот эта. Я сюда, рыба. Тут и нашел выход опять? Как раз. Да? Блин, круто. Фух, вылазим. Вылазь быстрее, меня сейчас рыба ущипнет за жопу. Так, ребят, в общем, мы нашли... Да, мы нашли. Мы нашли? Я нашел, ладно, я нашел, ладно. Шутка, мы нашли вдвоем. Да. Короче, пропала та красная кнопка, которая я вначале даже к ней подплывал. Я бы никогда в жизни не додумался до такого. А я, короче, вижу там пузырьки, такой думаю, что за прикол? Откуда вы? А, блин, тут же выбраться нельзя. Так, опа. Тут что-то интересное. Готовим. Длинный коридор. Что? О, нет. О, нет. Не надо. Нет. Нам в обратную сторону. Подожди. Тут нас завалило, кажется. Опять черный экран. Так, ладно, пошли страшные атмосферные звуки. Давай я буду первым идти. Все-таки я контент записываю, а ты тут для прикола. Леша, смотри мою приколюху. Назери свой меч. Достал со своими. Тут какая-то книжка, короче, прочитай. Давай, лень. Ай. Давай. Дейри, дневник. А это дневник. Ты точно хочешь, чтобы я его читал? Ладно, давай прочитаю.
Там, где мы находимся, есть лифт. Он поднимет вас на горище. Это единственный путь выбраться. Понял? Зачем я щитом хожу? Он все равно бесполезный. Так, тут... А! Ты слышал? Пошли. Я на себя эффект какой-то наложил. Подожди. Что это? Канава темная вообще. Я невидимым стал. Невидимым стал? Да. Ладно. Ну, я тебя вижу. Пошли, пошли. Боже, что за музыка? Мне она уже бесит. Да, она стрёмная. Это стрёмная атмосферная музыка. А я туда запрыгнул, там ничего нет. Да. Жалко. Пошли. И что нам делать? Так, стоп, иди сюда. Может, мы тут что-то пропустили? Возможно. Смотри, вот там есть про... А, я ж тебе говорил. Все, нет. Что тебе надо, чел? На. Я буду его трезубцем лупить. А их двое, их трое. Что за свиньи? Это свиньи. Все. Не-не-не-не-не. Сейчас лука их будем. Ладно, мы продолжим. Я продолжу запись, когда мы их убьем. Да. Все, убили? Да, ребят, мы убили, мы полчаса их убивали, у них дофигища хп. Так, налево. Пипец. Отвечаю. Опять черная игра. Чего-то иногда бывает. А, лабиринт, все? Я не играю больше. Я больше не. Я так не играю, да? О! Зеленый меч алмазный. Слышь, иди ко мне, я тебе дам. Знаешь, какой меч? Назеритовый тебе меч дам. Ты уверен? Так, назеритовый. На назеритовый меч, на. Назеритовый хуже, чем зеленый, но спасибо. Но у меня зеленый. Но зеленый хуже, у него урон 7, а у назеритового 8. Тем более у меня трезубец. Ну, подожди, это что? Нормально. А, кстати, какая-то. Да. Ну ладно, без разницы. Надо щит поменять. Хоть у меня он почти полный. Так, ходим. Кнопочка. У меня нету еды. Блин, вообще. Что я сделал? Невидимость, голод, свечение. Ты на эту кнопку нажал, да? Может, они что-то делают все-таки? Сундук какой-то с гнилой плотью. Да. Я тоже нажал на эту кнопку, я не знаю, может они... Да ну нет! Ну не может быть такого, я так не буду играть. Ну что за прикол, чел? А что? Да тут, короче, жирный вот этот кабан. Покажите мне его. Ой, это моё. Ладно, я уже обрадовался. Черный экран. Тут пролезть можно. Иди сюда. Подожди, я пролез. Хочешь к жирному кабану или не хочешь? Не-не. А тут у меня свой жирный кабан! Нет! Ой, он через стены бьет, я с ним не хочу общаться. А, нам их опять, походу, убивать надо. Не говорите. Я не буду. Короче. Давайте, все на меня. Давай, давай, ты там разбирайся, а я посмотрю, что тут у них. Нам просто оленей их честно убивать, поэтому мы пользуемся вот силой. О, привет. Ну, просто мы тех настолько долго убиваем. Можно убивали? Я тебя убью силой? Так, ну мы что-то активировали. Лифт. Лифт! Лифт! Ура! Лифт! Лифт! Подожди, давай посмотрим, что здесь. Кнопка. Зачем я на них нажимаю? Я не знаю, что они делают. А, это чтоб если мы играли в мультиплеере, мы могли ориентироваться, потому что нам свечение дается. А, да, кстати. Я бегать не могу. Так, я почти нашел выход. У тебя есть еда хоть какая-то? Где скримеры? Не знаю. У тебя есть еда хоть какая-то? Чуть-чуть. Дай. Иди ко мне, тут лифт. А, ты нашел его уже? Шикарно. Ну тогда. Дай еды. Я бегать не могу. Я не допрыгну сюда. Я упал. Ну, сейчас ты возродишься, и у тебя голод пополнится. А, лоадинг. О, лоадинг. Прикол. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. О, мы опять в какой-то канаве. Я трезубец забрали, ладно. Чаптер 5. Горище. Мы на горище. А, вот нам через него надо убираться. Мы на горище. Привет, пацан. Ломай картины. Ломай картины. Я Бебл Виктор. Я сначала прочитал «Я Бебра». Я Бебл. Гудбай, Виктор. Пока, Виктор. Пока, Виктор. Так, это семья этих чокнутых жителей. Смотри на меня. Бур!
Да. Red Russ. Мне лень это переводить, честно. О, тут бочка. А, там ничего нет, блин. Лёша не слепой. За картинами ничего нету. Так, ладно, я пойду посмотрю, что тут у нас. Как тут у нас? Это мы на этот канал пришли. Так, здесь какая-то кодекс. Смотри, я нашел этого жителя. Ой, какой милый. Да, ты Виктор. Ну все. А, Виктор, Бехе, привет. Бегемот и Херабрин сделали... О, боже, что? Доктор Ё-моё. I know you. Понял. Тихо, тихо. А ты где? You must stop him. He's getting stronger every day. Every day. Что? Что ты мне хочешь сказать? I'm not English, man. You must listen. А, я понял. Me. Это доктор, который исследует этого убийцу. И типа... Да, доктор Виктор. Да, доктор Виктор. И типа этого убийца нужно остановить. Это был обычный житель, который болел, типа, как я понимаю. И его траванули. Его траванули, и он стал таким. Вид! Тимаму мах! Вот, нужно его остановить, потому что с каждым днем он становится все сильнее. Ну, типа, сюжет. А мы тут уже 45-й день. Ты куда? У нас нету времени. Быстрее, у нас нету времени. Он открыл дверь. Он открыл дверь. Открыл дверь? Да. Угу. Хоп. Бебал. Бебра. What you... Вот что ты сделал, Виктор? А, ну все. Nothing but send him to sleep off. Ты прям прочитал, как оно идёт. You're late. You're late, вы опоздали. Я буду озвучивать. Давай. When it's done, I will command a great... Terrible army with the power to rule them. Hell. Really? About this poison. Об этой отраве. Bring it to me. Принеси это мне. Я переводчик. Ты озвучка, а я переводчик. Нужно, короче, принести какую-то жидкость ему, чтобы он стал еще сильнее. Ты не напугал меня. You don't scare me. I must say you acute impressions. You don't scare me. А вот отрава. Where is the poison? Чувак, я что-то выпью. Не надо, не пей. No, I won't give it to you. Of course, I won't. Начал, забирай, не трогай. This will be mine. А дай мне отраву. Ё-моё, всё, побежали! Нам нужно бежать, подожди, тут сундук. Я не успел шлем забрать. Чего? Я где-то там... Ема. Не смотри туда. А, черный экран, я ничего не вижу. Я все вижу. А, все, тут экран. Все, я понял. Why are you doing this? To change the world, you must be willing to make... Дай мне отраву это, дай мне отраву. Он же сейчас с потолка спрыгнет. Your people has such a... They... На, держи отраву. Took everything that Victor loved. Да. Ладно. And from his grave, I was born with his grave. And a burn of answer and revenge. Now I will destroy... I will destroy everything you love. Не надо. Газ. В смысле, газ? Что такое кто газ? Навонял? Кто навонял газ? Кто пукнул? Что нам делать? Я не знаю. Подожди, что-то нужно найти. Я так понимаю. Компас. Намагниченный компас. А ну-ка. Газ. Он показывает пятую точку мира. Опа! Есть эта карта. Карта есть. You are not here. А, дверь открылась. Run! Run. Ран! А, вот он! У него арбалет. Я направо пошёл. Дата, я не знаю. Опять направо. Блин. Прямо, направо. Он потом за... опять направо. Налево. Направо. Гонится сюда, давай сюда. Направо. Нет! Налево. Нам сюда.
Я тебя вообще не слышу, ты тихо говоришь. Я не тихо говорю. Или тихо. А, нет, меня заперли. Я буду пытаться его убить. А, он плохие эффекты налаживает. Red wine пью. А, я не бегать не могу, я проголодался. Нет, я не в ту сторону бегу, я сейчас сдохну. Я вообще обратно... А, нет. Подожди меня, я сейчас... У меня нету еды, я сейчас умру. А, не стреляй, не стреляй, я хороший. Имик экран, серьезно? А, закрой дверь. Бот! Он плохие эффекты налаживает. А что? А его нельзя сделать? Мочить. А что нужно сделать? А, подзаряд. Кто навонял? Нужно. Я положил Poison в воронку. Что происходит? Что происходит? Бебал. Бебал. Дай. Мне урон наносится. Дай еды, пожалуйста. Так мало. Ладно. Я очень жрать хочу. А, этого хватит. Сейчас, все сожру. Все схомячу. Я хомяк. Блин, отраву вот получилось. Можно на стол зовут. О, это кто? Это я. Это его сын. Это я, это я на своем первом видео. Ну все. Бебал. Бебал. Бебра. Ты это слышишь? Он вокруг ходит. Ема. Ого. Он свет вырубил. Ага. А! Чел. А! А не надо. А не надо. А так не надо. Нам бежать, нам бежать, нам бежать. Куда? Бежать. Куда бежать? Прямо. Прямо, ты уверен? Три, два, один. А. Опа, и это тут жителя немного придавило. Он сдох, кажется. Совсем капельку. Совсем капельку. А, опять чувак. Делал не надо. Чувак. Ну, зачем? Вон он, бот. Чувак. What you doing? It's you! Bro, it's you! О боже. Так, я предлагаю убегать, хотя нам больше некуда убегать. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, иди вот сюда. Выход. Ладно. Погнали, погнали. Ну, ну дайте нам нормально побегать уже. Вы... Медлительность третьего уровня нормальненько. О, наконец-то. Красный экран блин, тоже нормальный. Эксит. Ну я знаю, что это ловушка. Опять бебра. Бегемот. Бебал. Бебра. Сейчас от темноты выбежит, короче, челик. И скримак сделает. Ну, а. Ты тебя видел? Ебал. Чел. Я испугался. Чувак? I'm sorry. Это доктор Виктор. Я очень я извиняюсь. Знаю. I'm sorry. Давай его бить, бей, 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 бей. Бей. Чувак? У него ХП попал. Не надо, пожалуйста. Он, кажется, отраву эту выпил. Ну чё, ну пожалуйста. Я хочу выйти. Выйди отсюда, разбийник! Разбийник! А он долбается об эту штуку. Зачем ты это делаешь? На. И чё, держи, похлебал. Пизда бебал. Свет в конце туннеля! Я вижу свет в конце туннеля. Элли? Элли? Какая Элли? Ты куда? На, курицу. Его дочка, наверное. Что у него с руками? Чувак, на пластинку, на маску, на назеретого это. На тебе бутылку, на изумруда, на пластинку. Вот это, на вот это, на это, вот это, не трогай. Вот это, вот это, вот это. Я если хочешь дом тебе отдам, ты главное не трогай. Все. Он же не прибежит сейчас. Он сейчас запрыгнет кого-то из нас. Еее!
О боже! Библ. О боже! Насколько это была крутая карта! Очень интересно, согласись. Много механик разных. Да. Ё-моё. Лучшая карта, я думаю. Это сюжет есть, хоть который я особо и не понял, но он есть. Lovecraft, боже. Очень круто. Алло, кто это придумал? Что-что? Слушай, алло, кто ты это... О, опять чёрное это. The End. Вау. Ребят, ну, вот это у нас коротенький ролик. Ну как коротенький? Не коротенький он, 50 минут будет длиться. Ребят, в общем, на этом наш ролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Потому что, когда вы подписываетесь, все уведомления о моих новых видео будут приходить вам. Что подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока.